Химках завершили основные работы по очистке водоемов. Этот пруд в микрорайоне Клязьма-Старбеева последний в списке. Здесь убрали мусор и ряску, благоустроили территорию вокруг. Но рабочих на этом пруду и на других встретить еще можно. После основных работ они продолжают следить за состоянием пруда и устраняют мелкие недочеты. Вот этот водоем, он впадает в реку Клязьма. Здесь есть сток. Иногда загрязняется этот сток. По берегам мусор появляется. Проводят санитарную очистку водоемов не только для красоты. Все эти пруды служат источниками для забора воды при пожарах. Иногда единственными. Этим летом очистили водоемы в микрорайонах Сходня-Ферсановка, Клязьма-Старбеева и Новогорск. Генеральную уборку провели на 21 пруду.